Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Купівля-продаж в інтернеті. Як берегтися від шахраїв? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі телеканалу «Відкритий» аналітик фрауд-моніторингу Олександр Карнаухов. Олександр, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Будь ласка, даю вам слово, розкажіть. Зараз дійсно дуже часто і багато хто натрапляє на шахраїв в інтернеті, а покупки в інтернеті стали більш розповсюдженішими у зв'язку з пандемією коронавірусу, у зв'язку з локдауном нещодавно введеним. Розкажіть, як берегтися від шахраїв в інтернеті? Да, добрый день, Анна, добрый день, телезрители. Конечно же, в период карантина, а уж тем более, когда вводится локдаун, а уж тем более в зимний период, когда много праздников, еще нас там ждет февральские и мартовские праздники, конечно же, количество покупок в интернете возрастает. Самая распространенная схема мошенничества – это когда мы с вами делаем какие-либо предоплаты, находя товар на онлайн-площадках, вот, когда такой же человек, физлицо, нам его продает, мы делаем предоплаты, надеясь, что в этом мире хороших людей больше, нас обманывают, и мы теряем свои деньги. Такими кейсами мошенническими полиция занимается очень неохотно. Почему? Потому что очень сложно собрать доказательную базу, очень много мероприятий надо провести, а выхлоп в плане фактического наказания мошеннику может и не быть. То есть до суда дело может и не дойти. Поэтому спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и, соответственно, мы должны себя как люди сами защищать и сами уберегать от таких действий. Как защититься? В первую очередь я рекомендую, с продавцами, в которых вы не уверены, с которыми не работали ранее, работать посредством наложенного платежа. То есть продавец, который действительно вам готов отправить товар, он согласится отправить его наложенным платежом через какую-то курьерскую службу. Что такое наложенный платеж? Когда вы получаете товар в офисе курьерской службы, вы тогда его оплачиваете. Также надежный продавец всегда согласится с тем, с условием вашим, что дать вам возможность при получении осмотреть этот товар, ознакомиться с ним, что он вам прислал, не кота ли в мешке. Потому что, скажем так, если это мошенник, чаще всего не будет отнекиваться в плане того, что вот там заводская упаковка и так далее и тому подобное. Если мы с вами соглашаемся на то, что не осматривать его и получаем что-то, а когда дома что-то мы открываем, к сожалению, из опыта работы, это что-то может быть вместо дорогой велосипедной детали персики, вместо телефона кирпич, вот, вместо дорогих часов известной марки, это может быть какая-то дешевая китайская подделка. Поэтому надежный продавец всегда даст возможность открыть этот товар и хотя бы визуально ознакомиться, что это действительно то, что вы заказывали, а не какая-то подделка, либо же персики. Вот. Следующее, я рекомендую, если вы все-таки решили оплатить сразу, то есть требует у вас продавец, а вам уж очень понравился ежик для вашего ребенка, который продает этот человек, то, конечно, ежик это как пример, вот, то, конечно, лучше почитать в интернете отзывы. Возможно, это какой-то магазин. Соответственно, вбить в поисковик название магазина, посмотреть отзывы. Вбить в поисковик номер карты, либо реквизиты, которые этот продавец вам дал. Возможно, эта карта была где-то засвечена, на нее другие пользователи оставляли жалобы, просто вот писали на каких-то интернет-сайтах касаемо того, что продавец ненадежный, не предоставлял товар и так далее. Если вы такие жалобы нашли, с этим продавцом заканчивайте общаться, потому что, скорее всего, он мошенник, и вы можете потерять свои деньги. Какого продавца можно считать доверенным? С тем, с которым вы работали два и более раз. Что это значит? Почему так? Ну, к примеру, первый раз вы покупали у него чехол за 300 гривен, сделали предоплату, он вам чехол прислал. Второй раз, какой надежный продавец, вы ему отправляете 20 тысяч гривен за новый телефон, и он успешно с этими 20 тысячами гривен пропадает, удаляет переписку, блокирует вас, удаляет объявление, и вы теряете свои деньги. Поэтому стоит, опять же, из этого истекает следующее правило, что стоит для себя определить сумму, которую, ну,
плохо звучит, не жалко, и все же вы готовы потерять. Для кого-то 500 гривен большие деньги, для кого-то 20 тысяч гривен небольшие деньги. Стоит понимать, что когда вы платите в интернете, вы не можете быть на 100% уверены в контрагенте, в продавце, который вам продает этот товар. Поэтому стоит быть всегда бдительным. Также хотел бы попросить всех нас никогда не делать предоплаты в размере 50, 100, 150, 200 гривен продавцам с тем, что они просят, окей, я согласен работать наложенным платежом, вот, но меня часто обманывают, мне приходится возвращать товар, вот оплатите 100-150 гривен там за доставку, якобы страховой платеж. Могут и нормальные продавцы попросить такую предоплату, но чаще всего просят мошенники. Далее они с этими вашими деньгами пропадают. Казалось бы, сумма небольшая, но сегодня скинули вы 100 гривен, завтра еще 10 человек скинуло по 100 гривен, получается круглая сумма у мошенников. За эти 100 гривен вы, конечно же, не пойдете в полицию. А если пойдете, полиция вас откажется работать с этой операцией. Вот. И, соответственно, вы стимулируете мошенника и дальше этим заниматься. Для вас эта сумма небольшая, глобально мошенник получает большую выгоду. Поэтому не надо стимулировать мошенничество, и лучше в эти 100 гривен потратите на что-то хорошее. Вот, кошечкам корм купите, например. Вот. А бывают такие случаи, когда крупные банки, ну и в принципе все уважающие банки, собирают вот такие сигналы от клиентов касаемо тех карт мошеннических, которые засветились, ну, на которые жалобы поступают, что перевели деньги, а товар не предоставляют. И бывает такое, что крупные банки извещают своих клиентов, которые делают платеж, последующий на эту карту, о том, что на эту карту поступали жалобы ранее, о том, что данный получатель ненадежен, он не выполняет своих договорных каких-либо обязательств. Банк не запрещает нам платеж этот сделать, он нас уведомляет. И наше право либо услышать банк, либо отказаться и провести эту операцию. Но тогда мы уже можем, и в любом случае мы можем пенять только на себя, а так вдвойне. Исходя из этого, если банк вас извещает о том, что получатель ненадежный, может быть, вы все-таки не будете с ним работать, надо услышать банк и не делать этот платеж, и вообще с этим продавцом не работать. Он вам может дать другую карту, которая не засветилась. Но от смены мест слагаемых суммами не меняется. И мошенник тоже не поменялся. То есть карту он вам другую свою какую-то дал. Поэтому тоже на это стоит обращать внимание. И, скажем так, прислушиваться к мнению банка, если он вам такое озвучил. Важный момент также, никогда не ведитесь на супер-мега предложения, супер-мега акции, либо скидки. К примеру, если ежик с паспортом и так далее стоит на рынке 25 тысяч гривен, к примеру, я не знаю, сколько стоит племенной ежик, то и в нескольких интернет-магазинах средняя его цена 25 тысяч гривен. А тут вы нашли где-то вот на какой-то онлайн-площадке, его за 5 тысяч гривен продают. Такого быть не может, это сразу вас должно смутить. Либо ежика нету, либо ежик какой-то обычный лесной, или еще что-то. Плюс мошенники зачастую давят чисто психологически, дополнительно. Вы с ним списываетесь, начинаете расспрашивать, он вам говорит, ну и требует предоплату. Вы говорите, я не согласен предоплатой работать. Он говорит, вы видите, по какой цене я продаю? Я в несколько раз дешевле его продаю. Продаю лишь потому, что мне нужны деньги. У меня еще трое, у меня еще трое покупателей вот висят на линии, скажем так. Либо вы у меня покупаете, ну, либо вы покупаете, либо я другим продам. И, к сожалению, люди зачастую ведутся и на это, и теряют свои деньги. Поэтому никогда не ведитесь на какие-то супер скидки. Скорее всего, это обман. Либо вам предоставят некачественный товар. Что делать, если все-таки стали жертвами мошенничества? Быть сознательными и, если даже сумма небольшая, 50-100 гривен, информировать свой банк о том, что такая ситуация произошла. Что может сделать банк? Может ли он вам вернуть деньги? Скорее всего, нет, потому что вы это сами все сделали, но это ваша операция, это как бы точно так же, если бы вы из кошелька наличными эти деньги стали и отдали на улице кому-то. Вот. Но каждый банк действует согласно своих каких-то процессов внутренних, чаще всего банк фиксирует эту информацию, карта получателя и так далее и тому подобное. Вот. И, возможно, ваш сигнал поможет тому, что последующие клиенты не пострадают, то есть вы кому-то поможете спасти деньги.
раз вы не уберегли. Вот. И второй момент, если сумма ущерба большая, ну, например, к сожалению, вы нашли на онлайн-площадке какого-то человека, который предлагал вам пригнать автомобиль из Европы. Вы его ни разу не видя, перевели ему несколько десятков тысяч гривен, и он, конечно же, с ними исчез, ничего вам не предоставили. В таком случае, конечно же, обращаться в полицию, физически подходить по месту пребывания в отделение, писать заявление, требовать разбирательства, открытия уголовного дела. Вот. Также хочу заметить, что в нашей стране, где лирическое отступление, где деньги каждый из нас зарабатывает очень тяжело в большинстве своем, даже 50-100 гривен – это наши деньги. Каждая гривна – наши деньги, и нечего их дарить мошенникам. Поэтому 10 раз подумайте, стоит ли делать предоплату какому-то непонятному человеку. Или же, может, стоит все-таки переплатить комиссию 50-60 гривен за наложенный платеж, прийти в офис курьерской службы, проверить, что это тот товар, который вы заказывали, исправный и так далее, и заплатив эту комиссию за пересылку наложенного платежа, получить свой товар. Наверное, так будет лучше. Это что касаемо именно непредоставления товара, когда физическое лицо физическому лицу переводит деньги. Вот. Также сейчас есть такой большой пласт онлайн-мошенничества по покупкам в интернете, так называемый фишинг. Что это такое, с чем его едят? Ну, фишинг – это поддельные сайты, скажем так. Как это происходит? Мы находим с вами какое-то объявление вот на онлайн-площадке большой продажи, где каждый человек может выставить товар. Пишем в чате на этом сайте продавцу с тем, что я хочу купить у вас товар, начинается переписка в этом чате. И продавец вас из этого чата, с этого сайта перетягивает в мессенджер, в плане того, что у меня что-то не работает и так далее. Переходя в мессенджер, соответственно, дальше он начинает вам там рассказывать, что я не хочу вас обманывать, не хочу, чтобы вы меня обманули, давайте вот по безопасной доставке, либо есть такая услуга, безопасная доставка у этой платформы, на которой вы нашли мое объявление, давайте сработаем по этой безопасной доставке. Вы такие, ой, какой хороший продавец, первый раз такой, вот, и не хочет обманывать и так далее. Вот, он вам кидает эту ссылку на этот сайт. Вы переходите и видите, что безопасная доставка, видите данные своей карты, такую-то сумму. Сумма будет заблокирована на счету этой платформы, и продавец получит их только тогда, когда вы подтвердите получение товара. Вы такие, ой, как классно. Выводите данные своей карты, подтверждаете платеж паролем из СМС, и все, вы теряете свои деньги, деньги сразу уходят мошеннику. Почему так? Ну, первое, почему он вводит вас из чата на этой платформе, вот, на этом официальном сайте? Потому что служба безопасности, служба мониторинга, алгоритмы безопасности этой платформы, скорее всего, отслеживают эти ссылки, которые кидаются в чате, фиктивные. Вот, второе. Этот мошенник, когда вы перешли в мессенджер, кинул вам поддельную ссылку. И мы переходим как раз к тому пункту, как себя защитить. Важно, к примеру, если вы зашли на официальный сайт, который называется dnepr.ua, и вот там нашли это объявление, но когда в мессенджере он вам кидает вот большую эту ссылку, прямую ссылку на эту услугу «Безопасная доставка», ваша задача посмотреть в начале этой ссылки, как называется сайт. Если там dnepr.com.ua, это два разных сайта, соответственно, этот сайт поддельный. Хорошо, вы не обратили внимания на название сайта, не понимаете в этом и так далее. Вы перешли по ссылке. Пока все не опасно, вы не вводили данные своей карты. Важно поклацать по всем иконкам, раздел «Контакты», другие объявления и так далее. Если это настоящий сайт, вы перейдете на другие вкладки, то есть на этом сайте, вы сможете посмотреть другие объявления и так далее. Если этот сайт поддельный, при нажатии на какую-то иконку ничего не будет происходить, вы будете оставаться на этой ссылке, на этом окне. То есть задача мошенника вас здесь оставить. Вот. В целом, если у вас возникают какие-то сомнения, если вам что-то непонятно в том, что вам рассказывает этот человек, какая-то безопасная доставка, безопасная сделка, блокировка суммы, что это, звоните, пожалуйста, в свой банк, в поддержку банка. Номер телефона указан на обратной стороне карты. Сотрудники службы поддержки, колл-центра, как раз для того и сидят, чтобы помогать вам. И вы им расскажете ситуацию, они вам подскажут, что, скорее всего, это сайт мошеннический, и лучше не работать, ничего не переводить. Опять же, если вы все-таки стали жертвами такого мошенничества,
Конечно же, сразу обращайтесь, пожалуйста, сразу в свой банк с тем, что вот такая ситуация произошла. По таким кейсам, зачастую бывают случаи, когда удается вернуть деньги. Они редки, но бывает, что удается вернуть, связаться с конечным получателем, с банком конечного получателя, и они могут это вернуть. Но это крайне редко происходит. Вот. Но сразу надо информировать свой банк, это первое. И, конечно же, обращаться в полицию с заявлением о том, что случилось. Вот. Это что касаемо работы как раз по фишингу, по поддельным сайтам. И что в целом касается нас как покупателей. Также страдают продавцы. То есть если мы с вами выставляем какой-то товар на какой-то онлайн-площадке, допустим, продаем... В 14-16 годах очень было популярно, когда мамочки продавали коляски на платформе, онлайн-платформе, и мошенники работают в паре. Сначала звонит якобы покупатель, говорит: «О, я вас покупаю коляску, все хорошо, давайте номер карты, я вам сейчас деньги переведу». Жертва дает 16 цифр номера карты, в этом ничего страшного нету, это нормально. Вот, все. Закончили разговор. Минут через 10-15 перезванивает подельник этого мошенника и говорит: «Добрый день, я сотрудник банка, вам платеж от юридического лица. А так как карта у вас физического лица, деньги вам напрямую зачислены быть не могут. Вот. Вы ждете такой платеж?» «Да, жду. Для того, чтобы получить этот платеж, назовите нам данные своей карты. Либо подойдите к банкомату для получения денег и нажмите какие-то цифры». Соответственно, жертва либо передает данные мошенникам, и они теряют свои деньги, либо же самое такое, то, что никогда не мог понять, под влиянием в любую погоду одевается, идет к банкомату, нажимает клавиши под воздействием мошенников, либо в терминале снимает деньги, и деньги, соответственно, уходят на счета мошенников, теряют свои деньги. Важно понимать, вот, когда вы что-то продаете, вам поступают такие непонятные звонки. Важно понимать психологию вот, людей. Бывало, общаешься с человеком, спрашиваешь: вы понимаете, что вы сейчас потеряете свои деньги, деньги не зачисляются на вашу карту, они у вас списываются, они уходят с вашего счета. Нет, давайте этот платеж надо подтвердить, деньги с карты уходят. То есть важно понимать, что для зачисления денег на вашу карту отправителю достаточно, чтобы вы отправителю назвали только номер вашей карты, 16 цифр. Этого мы не в 19 веке, то есть мы не в 90-х годах прошлого века. То есть 16 цифр достаточно, чтобы деньги моментально в 99% случаев поступили на вашу карту. Вот. Поэтому если вам начинают рассказывать о том, что вот они на каких-то виртуальных счетах деньги зависли и так далее, то, конечно же, я рекомендую прекращать разговор с этими людьми и за консультацией обращаться в свой банк. Это что касаемо продавцов. Также, скажем так, в то время, когда развлечений меньше у нас становятся, закрыты там торговые центры и так далее, люди больше проводят времени в интернете. Соответственно, тут уже мы отходим от онлайн-покупок, но тоже актуально. Бывает, мошенники предлагают поучаствовать в акции от каких-то известных торговых сетей, допустим, там получите выигрыш от торговой сети такой-то 5000 гривен, а для этого пройдите опрос. Вот. И дальше они просят жертву ввести для получения выигрыша данные своей карты и оплатить небольшую комиссию, допустим, чтобы быстрее в очереди продвинуться и так далее. Соответственно, тут я рекомендую также не вводить эти данные, потому что это ссылка поддельная, вы просто мошенников проспонсируете на несколько сумм. Соответственно, таких платежей может быть 5-10 сделать, соответственно, потерять там несколько тысяч гривен. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными, берегите каждую свою гривну, берегите свои нервы и удачных покупок в интернете. Дякую за таку цікаву відповідь. Сьогодні говорили про покупки та продаж в інтернеті, як не натрапити на шахраїв, нам розказував наш спікер, аналітик фраудмоніторингу Олександр Карнеухов. Ще раз дуже вдячні вам за обширну відповідь. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!